Урок жонглирования булыжниками на выставке песчаных скульптур Санкт-Петербург. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила: помогу друзьям немножко, занавески зайцам шила, мишки просто не в берлогу, белки рыженькой подружки, знакомой тете пчелки шила мягкие подушки и платочки два из шелка. Как-то волк в лесу случайно зацепил карман сучком, и угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежиха горю. И теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. Отличная выставка. Всем рекомендую посетить.